Жена решила устроить мне сюрприз. Прихожу вечером с работы, а она сразу загоняет меня в душ. После душа обмазывает меня всего взбитыми сливками и начинает облизывать. И вот доходит она до самого интересного места и вдруг останавливается и говорит: «Все, я в непонятке. Что все? Ну что-что? Все, я обожралась». Мужики, я вам так скажу, жениться нужно всем. Потому что у каждого мужчины на спине есть такие места, которые самому очень трудно намазать фастум-гелем. Мужик просыпается посреди ночи поссать, заходит в туалет, смотрит на свой член и говорит: «Заметь, когда тебе надо, я всегда встаю». «Адам», — подумала Ева и дала. Блондинка в аптеке: «Вы знаете, у меня такие сильные головные боли, что бы вы посоветовали мне взять?» «Я бы порекомендовал вам взять у пса». «Слышь ты, козел, я у мужа не беру, а то у пса буду брать».